Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот сушеный укропчик 365 дней. Это продается в ленте. Здесь у нас 10 грамм. Так он выглядит. Здесь, пожалуйста, состав, пищевая ценность, срок годности. Так. Изготовитель. Так, стоил он 5 рублей. Давайте его посмотрим. Пошел прям, знаете, аромат укропа. Прям укропом пахнет. Ну, на вид, да. Тут, конечно... Поскольку все-таки довольно дешево, то тут имеются какие-то разные палочки непонятные. Как будто плохо перемололи этот укроп. Все-таки нам казалось, что будет прям укропчик такой, как мы сами делаем дома, да? Но тут, поскольку дешево, получается у нас так вот. Я думаю, тут надо еще немножко перемолоть как следует. И тогда будет идеально. Ну, видимо, как раз вот стебельки всякие, поэтому и дешево. И давайте его попробуем. По вкусу, да, укроп. Аромат укропа. Не сильный, прям такой не ядреный, но есть такой, немножко присутствует ароматик такой укропчика. Не знаю, честно говоря, как выглядит более дорогой вид укропа. В сушеном виде. Ну, здесь выглядит вот так вот. Вот. Это вот был обзор специально для вас, чтобы вы знали, как выглядит этот укроп. Но на самом деле я забрала 3 последних пачки. Его, видимо, берут хорошо. Ну, дешево, 5 рублей. То есть другие пачки там стоят 25, 30, 40 рублей. Вот. Мне нужен был укроп для хлеба, для сухариков. Вот, хлеб с укропчиком очень ароматно пахнет, бесподобно. Ощущение, как будто готовится в духовке не хлеб, а картошка тушеная там с укропчиком. Не знаю, ну, меня лично напоминает так почему-то. Вот, я думаю, что, наверное, скорее всего, я его еще раз перемолю, потому что я люблю прям, когда он такой, как пыль. Ну, не знаю, посмотрим, может быть, и так оставлю. Хлеб можно, в принципе, добавить и так, наверное. На сегодня это все. Мы с вами посмотрели укропчик. В принципе, я сделала этот обзор, чтобы вы посмотрели, что же находится внутри этой упаковки. Потому что все-таки не видно, что там находится. Вы увидели. Я надеюсь, что просмотров будет много. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии. И на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Всем пока-пока!